Что известно о пострадавших в теракте из Владимирской области? Регион вместе со всей страной скорбит по погибшим в ходе ужасающего террористического акта в Крокус-Сити-Холле. Все события развернулись вечером в минувшую пятницу. Ровно в 23:00 того же дня губернатор области опубликовал пост в социальных сетях. Судя по нему, информации о пострадавших из региона на тот момент у властей не имелось. Мы на связи с оперативным штабом. Данные о пострадавших из нашего региона на этот час не поступали. Но чужих среди жертв трагедии для нас нет. Однако к этому времени стало известно об очевидцах теракта из нашего региона. Об этом сообщила муромская журналистка Татьяна Душутина. В день трагедии она опубликовала информацию о том, что житель Мурома Игорь чудом смог спастись. Мужчина, бывший машинист и молодой пенсионер с недавних пор. После того, как Татьяна узнала о произошедшем, ей позвонила соседка, до которой, в свою очередь, дозвонился Игорь. Она передала следующие слова жителя Мурома. Зашел мужик в камуфляже и стал стрелять по зрительному залу, по нам. Мы сразу упали на пол и поползли под сиденьями к выходу. Спаслись чудом. В раздевалке остались куртки, сгоряча хотели вернуться за одеждой. Уже на следующий день гражданам России обратился президент. Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. Во Владимире же местные жители начали приносить цветы в память о жертвах к мемориалу «Скорбящие ангелы» и «Вечному огню». К слову, 24 же марта глава региона впервые сообщил о том, что в Крокусе были гости и из нашего региона. Отменены увеселительные мероприятия. На административных зданиях приспущены флаги. Жители несут свечи и цветы к памятным местам в знак поддержки семьям, потерявших своих близких. В трудные дни мы все вместе скорбим. Среди посетителей Крокус-Сити-Холл было несколько человек из нашей области. Спустя чуть больше часа после этого сообщения в социальных сетях появилась информация о юноше Арсении Роганове. Его искали родственники. Мальчика ищем целый день. Маму убили, а его ни в больницах, ни в списках. Помогите найти. Папа еще утром попросил, но ресурсов не хватает. Уже вечером под этой записью появился комментарий от его бабушки. Она сообщила, что мальчик погиб. Я бабушка. Арсения нашли. Он погиб. Мы все в таком шоке. Это невозможно понять умом. Как пережить, не понимаю. Весь день люди, родные, знакомые и просто чужие пишут слова поддержки. Спасибо всем большое. Все-таки много милосердия в наших людях. Затем эта информация появилась в одном из федеральных телеграм-каналов. Перед концертом подросток отправил бабушке свое последнее фото. Арсений вместе с мамой Ириной Веденеевой поехали на концерт пикника. Оба любят русский рок и давно мечтали побывать на выступлении любимой группы. Оба они погибли. Но на этом список жертв из Владимирской области не ограничился. Утром 25 марта все в том же телеграм-канале появилась информация о 16-летней Злате, а также о ее родителях. Как нам стало известно, речь идет о 51-летнем Игоре и 48-летней Анне Фигуриных. Хотя по информации в соцсетях мужчину звали Николай. Семья девочки из Владимирской области, но последние годы жила в Москве. В теракте Николай и Анна погибли, их дочери Златы не было в списках. Близкие девочки до последнего не теряли надежды. Но вчера имя Златы Фигуриной оказалось в списках погибших. В апреле ей должно было исполниться 17 лет. По Владимирской области, как и по всей России, вечером 24 марта проходила акция памяти по погибшим в теракте. В областной столице она прошла на площади Победы. А глава региона в своих соцсетях написал следующее. Первая проекция «Журавли» появилась на здании Крокуса. Во Владимире птицы – символ бессмертия, светлой памяти. Взмыли ввысь на уличных экранах. Эти скорбные дни мы проходим вместе, весь российский народ. Все соотечественники сопереживают семьям, потерявшим близких. Кроме того, губернатор области отметил, что правительство региона готово оказать помощь пережившим теракт их близким или друзьям. Для этого необходимо позвонить либо по городскому телефону, предварительно набрав код города 4922-36-28-33, либо по круглосуточному номеру 8-800-450-01-21. Алексей Домнин, 6 канал.
Подозрительную посылку нашли на Почте России. Переполох произошел в одном из отделений, которое находится в доме номер 60 на улице Горького. Очевидно, подозрительный предмет находился в небольшом белом футляре. Его положили на подоконник. Обеспокоенные сотрудники позвонили в службу спасения. На вызов отреагировали все оперативные службы. В 11:20 приехали полицейские, пожарные и врачи. Операторов связи и почтальонов эвакуировали вместе с посетителями. В соцсетях очевидцы назвали посылку тикающей. Видимо, она издавала некий звук. Подтвердить это или опровергнуть пока в полиции не смогли, однако тревога оказалась ложной. В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете. Сотрудники выехали на место, провели все необходимые проверочные мероприятия. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Отделение Почты России на Горького 60 продолжило работу в штатном режиме. Во Владимире автобус маршрута 21С сбил двух мужчин. Один из них скончался на месте. Авария произошла 24 марта в 20:30. Как сообщает ГИБДД области, пешеходы сами нарушили правила дорожного движения. На пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта водитель автобуса, следуя на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на двух мужчин, следовавших по пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. Погибшему мужчине было 48 лет, второго пострадавшего 53 лет госпитализировали. Автобусный маршрут 21С обслуживает муниципальная транспортная компания «Владимир Пассажир Транс». В администрации объяснили, степень вины водителя будет установлена в ходе следствия. Если же в его действиях выявят какие-то нарушения, он понесет ответственность, которая предусмотрена законодательством. Сейчас в дорожной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Крупный пожар во Владимире. На улице Ставровской загорелся автосервис. Огонь распространился на 350 квадратных метров. Пожар заметили и жители города. Кадры с черными клубами дыма появились в соцсетях. Как рассказали в тревожном ведомстве, в оперативную дежурную службу МЧС сообщение о случившемся поступило в 14:40. В 15:28 открытое горение уже было ликвидировано. Точный адрес загоревшегося автосервиса – улица Ставровская, дом 8, корпус 2. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара от МЧС привлекается 8 единиц техники и 29 человек личного состава. На данный момент причину пожара устанавливают. Все обстоятельства произошедшего выясняют. Владимиро-Суздальский музей-заповедник делает ставку на школьный туризм. Об этом в ходе заседания Совета по культуре и искусству при губернаторе области рассказала руководитель федерального учреждения. По словам Екатерины Проничевой, музей намерен вести работу по увеличению доли школьников в общем туристическом потоке. Мы понимаем, что и этот год тысячелетия Суздаля, празднования и новые наши экспозиции привлекут все больше и больше туристов, и нам бы хотелось, чтобы большой, подавляющей частью этих туристов стали бы школьники, которые бы изучали историю родной страны, посещая наши экспозиции. В ходе заседания совета руководители области озвучили и цифры по посещаемости музея, а также городов региона. Так, например, по итогам прошлого года Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетило более 1 300 000 туристов. Ее музей стал рекордсменом по посещаемости, потому что во Владимиро-Суздальский музей-заповедник пришли более 1 300 000 посетителей. Новогодний Суздаль только за зимние каникулы посетило более 150 тысяч человек, несмотря на крепкие морозы. Насколько знаю, сейчас на Масленицу тоже, по-моему, там 13 и даже больше тысяч, буквально за несколько дней 13-15 тысяч. У нас Суздаль уже стал такой, значит, целый чередой в течение года более 50 мероприятий. Вот 56 мероприятий проходило за 2023 год. В 2024 году уже 100 мероприятий в году. Такой насыщенной программы, наверное, нет ни в одном городе. Причем в дальнейшем ожидается рост показателя посещаемости музея, отметила Екатерина Проничева. Например, судя по информации на музейном сайте, в 2021 году объекты одного из главных учреждений культуры посетили 1 162 000 человек. Более того, по словам руководителя Федерального музея, современное поколение прежде всего воспринимает информацию через цифровые устройства. И для привлечения молодежи необходимо идти в ногу со временем. Первое – это создание
диджитал-продукты, цифровых проводников. За счет мобильных приложений платформ, уже несколько платформенных решений, заинтересованы в совместных проектах. Это мини-научные популярные сериалы, рассказывали бы о том, в доступной форме о том, какова история нашей страны. Вместе с тем Екатерина Проничева рассказала и о трудностях по увеличению потока школьников в Федеральный музей. Школьный туризм. Есть сейчас действительно проекты, прежде всего те проекты, которые поддерживаются Министерством культуры Российской Федерации, но тем не менее на пути школьного обмена существуют очень большие препятствия, прежде всего связанные с законодательством. У нас сейчас школьный туризм очень сильно зарегулирован. По оценке руководителя Владимира Суздальского музея-заповедника, в России обучается порядка 20 миллионов школьников. Почти 30% из них никогда не совершали туристические образовательные поездки. Для привлечения школьников Екатерина Проничева также предложила создавать игровые продукты. Создание игровых продуктов, прежде всего, это такие платформы, как Яндекс, Яндекс.Путешествия, Роспас, создание интересных таких треков путешественников, которые позволят через игру в историю, через цифровые инструменты вовлечь и привлечь молодежь и побудить их к дальнейшему путешествию. Екатерина Проничева отметила, сейчас музей находится в самом начальном этапе развития цифровых технологий по привлечению туристов. Но, судя по ее словам, можно сказать, что в дальнейшем музей ждет, если не цифровая революция, то как минимум преображение. Алексей Домнин, Александр Агафонов, 6 канал. С крестным знамением и поклоном верующие подходят к мощам великомученика Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца. В минувшие выходные святыни привезли в храм Михаила Архангела на Студеной горе. Под Паникадилом два ковчега. Их передала Болгарская православная церковь. Теперь это собственность Владимира Суздальской епархии. Священники три раза в день служат молебны небесным покровителям. Части мощей, даже самые небольшие, они имеют прямую благодатную связь с этим святым, чьим мощи являются. И святой предстоит пред Богом, пред престолом Божьим на небесах. И наши просьбы, прошения святому он пересылает Богу. Твердыни и столпы православной веры. Николаю Чудотворцу молятся в любых житейских нуждах. Георгий Победоносец – олицетворение мужества, символ русской культуры. Его изображение мы видим на иконах, гербе России и монетах. Святого великомученика особенно чтят защитники Родины. Святой великомученик Георгий является покровителем российского воинства. На протяжении многих веков он был таковым. И до революции день великомученика Георгия, 6 мая, он почитался самым большим праздником в российской армии. В будние дни зал свободен, больших очередей нет. Приложиться к мощам, поставить свечи и помолиться за близких пришла Регина Ложкина. Девушка верит в светлое будущее и не скрывает свои надежды. Пришла с просьбой о том, чтобы был мир на земле и случалось меньше трагедий, а лучше не случалось вовсе никаких трагедий. И чтобы люди были свободны, счастливы и жили хорошо. Те, кто знают молитвы, произносят вслух. В непростое время просьбы верующих похожи. Большинство из них – постоянные прихожане. Когда мощи здесь более аура приятные, здесь чувствуешь надежду, здесь чувствуешь любовь. Хочется верить в лучшее. Время такое очень сложное, поэтому очень печально за детей, за внуков. Хочется, чтобы скорее мир был, чтобы трудности были позади, чтобы закончилось это все. Так хочется. Сегодня значимый момент. На самом деле попал очень совершенно случайно. Ехал, вот опять же говорю, в понедельник, приезжаю в церковь, стараюсь с утра попасть. Для меня это было очень удивительно встретить здесь мощи Николая Чудотворца, да. В церкви напоминают, не стоит воспринимать мощи святых как таблетку от заболеваний или средство от неприятностей. Верить ли в их силу, каждый решает сам. Важно менять собственные мысли и расти духовно, говорят клирики.
Николай Чудотворец и Георгий Победоносец – одни из самых почитаемых святых в православной церкви. Надежда, оплот, защита для народа, считают верующие. Мощи святых в храме Михаила Архангела на Студенной горе пробудут до 28 апреля. Евгений Павлов, Александр Агафонов, 6 канал.